Занимашки! Занимашки! Привет, ребята! С вами канал Занимашки, со Светой и с Юлей. Юль, так скоро какой будет праздник? Новый год! И в честь этого праздника мы решили сделать из бумаги вот снежинки. Какие снежинки? Фонарики. Мы решили сделать такие фонарики. Давай, чтобы они не мешали, мы их уберем на полочку. Да, вот возле Деда Мороза, пусть он их сторожит. Юля будет делать с какого листика? Из красного. А я из фиолетового. Да. Да. Берем вот такой прямоугольный листик любого размера. Да, и складываем его пополам вот так. Вот, согнули вот наши листики пополам, да? И потом нужно, сейчас я Юле начерчу, как резать, да? Вот такие вот полосочки вот до сюда. Раскрываем. Вот такие получились у нас штучки. Теперь как делаем фонарик? Мы вот так закручиваем, да? Вот так закручиваем и одну полосочку будем склеивать. Помоги. Такой будет фонаричек. Да, сейчас я Юле помогу. Такой фонарик. Да, надо взять ручку. Вот такие полосочки у нас уже заготовлены, можно любого цвета, и приклеим вот сюда, да? Давай. Вот так вот. Давай. И получится. Да. Можно вешать куда угодно. Одинаковые. Вот, покажи. Вот такие получились у нас новогодние фонарики, да? Куда их, Юль, можно повесить? На елочку. На елочку. И на вешалку. На веточку можно повесить, можно украсить квартиру. Много-много фонариков, да? Ребята, поздравляем вас с наступающим Новым годом, да? С вами был канал Занимашки Светой и Юлей. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Пока-пока!